всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Рекер, Бульбазавр, как всегда, какие-то новые подписчики, пацанчики, скажите, привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас будет классная рубрика, потому что очень сейчас хайпует сиреноголовый, и поэтому у нас будет в этом ролике их очень много. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание, стрельбище и веселье. Пацаны, вы готовы? Да. Окей. Сначала проверяем их интеллект. Что они могут? Он может просто на меня как дурачок орать. О, кстати, он поднялся, значит у них все в принципе нормально с интеллектом. А их можно уменьшить? Давайте проверим. Если я на С нажму. Давай. Нет, ими нельзя уменьшать. Ого, он орёт, да? Кстати, звуки, мне кажется, новые добавили. Раньше он просто орал, да? Да. А сейчас какие-то типа крики. А хорошо, я думаю, что минута прошла, и мы добавляем еще несколько штук. Три штучки будем добавлять. И у меня там вроде лимит 52 штуки стоит, поэтому будет очень много штук. Погнали, погнали. Да, они, кстати, раньше прям сильно орали, сейчас просто ходят в тишине. Так, я вижу. У вас когда можно стрелять? Рано еще, пацаны, рано. Стрелять можно будет, когда их намного будет больше на карте, чем сейчас. Yes. Мне кажется, они медленновато. Если даже он догоняет, а шифтом не догоняет. А давайте еще поставим пару штук. Пацаны просто выживают, мне этого мало. Давайте поставим дальнего родственника его. Фонароголового. Давай. Я, кстати, не знаю, будет он дамажить или нет. Ой. Все. Не дамажит, кажется. Дамажит? О, кипиш пошел. Кстати, я еще ни разу не проиграл, и в этом есть смысл. А ну фонароголовый, ты мигаешь? Он как дурачок просто стоит, ничего не делает. Ну да. О, загрелся на меня вроде бы, загорелся фонарь. Или нет? Пацаны, вы не знаете, когда они агрятся? Они какие-то звуки издают? А просто они ходят. Да. Их очень много на карте, но они не сильно прям жестко нас мочат. Давайте. Ну все включено. Так, пацаны, сейчас я ставлю еще пару штук. Ага. И вы сможете использовать оружие. Вы готовы? Да. Хорошо. А, если я хотел разных поставить, но они между собой дерутся. Все, пацаны, можете оружку использовать. Ой, у меня аж подвисает. Ну пусть будет. Горисмот выдержит, я верю в него, он сможет. Так, мы сейчас тоже начнем их потихонечку гасить. А, кстати, у них где-то 2 или 3 тысячи жизней, вроде бы. Мне кажется, Димас, их тут. Они неубиваемые. Убиваемые? Ты чё? Мне кажется. Я могу тебе доказать как-то. Сейчас мы режим полета открытим, чтобы пацаны не летали. Они летают, отличненько. Так, мы зайдем сюда. О, Бульбазавр, ты с чего валишь их? Монетка. Вы что, всех убили, что ли? Дайте я хоть одного замочу. А, вот так. Не, это какая-то жесткая волна была. С вашей стороны. Так, пацаны. Нормально? Пойдет? Да. Я даже не ожидал. Вот, 50 штук. Сейчас мы проверим, точно 50? А, да, 52 штуки. Вот это я люблю, когда прям ну жестко. Во, мое любимое пошло. Вот это вы психи. Шары в действии. Вот это они ходят, головой шатают, прикольно. Патроны кончились, все. Монетка упал. Крошка, ты читер вонючий. Да, такой. Есть такое, да? Ну, май да. Че, никого не убили еще? Все, все. Хорошо, да, точно, даже не мог его удалять. Так, сейчас мы им сделаем сюрприз. А, вроде вот они. А вот сейчас будете вы умирать. Да, конечно. Чё? Ты должен умирать?
Они очень... Они очень жесткие. Да, Арекс. Ого, он не пьет. Во-во-во, отлично, вот это что я и хотел. Мочите, мочите их. На-на. Извини, обстоятельства. Ой, красота. Я же минус не могу. Эй, слышь, ты че меня под жопника дал? Это обстоятельства. А, хорошо, я тебе сейчас отомщу за обстоятельства. Бум. Дядя Дима вышел на охоту. Я выживу, не сможешь ты меня убить. Ой-ой-ой. Отлично, отбился, я смог. Пацаны, всех убили? А я вижу, еще ходят. Рэмбо, ай, блин, сам все ноги поломал. Нормально, что, пойдет. Я попасть не могу. Не можешь попасть? А, о, ты че, обжора? Я сам себя аннигилировал, нормально. Фильберда зажарили. Пацаны, мочу, мочу, мочу. Все, я зачистил. Все, никого нету? Нет. Так, удаляем. Или давайте я чищу карту, сильно много удалять. А, надо, давайте не будем монетку использовать, наверное. Потому давай. Что она сильно жесткая. Окей. Я просто не знаю, как их поставить NPC, чтобы их было тяжело убивать. Ой, подлагивает аж. Ну, мне нравится всегда. Залагает, прикольно же, ну. Не тянет, горит смот. Ух ты, на спавне их очень много. О, они не падают вниз, они молодцы. Мочи, мочи, мочи их. Они не могут сюда пролезть. Слышите эти звуки? Ну, так мы еще много этих костяшек не ставили. Костя на ноги. Ого. Давайте я помогу. А, дамажат. Слышь, они меня убили вообще на ли... А, он сожрал меня. И пошел дальше. Прикольные звуки издают. А я на балкончике тусуюсь. Помогаю. Есть у меня оружие, пацаны, я вспомнил. NTT. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы сделаем красоту. Пацаны, вы готовы? Да. А, это не будет сильно мощные взрывы, это просто красивые взрывы. Так. NPC. Сдалека посмотрим. Ой-ой-ой, красиво. Ого, эффект яркий от них. Чё, пацаны, не? Нате мячик вам, держите. Еще один, на. Пацаны, осторожно, жестко бахнет. А, они просто декоративные, что ли? Че, убили всех NPC опять? Вы что, мочите? Вы какие-то да. Психи. Поход. А, кого же поставить, которых... Вот, наверное, вот этих много жизней будет. Они не дамажат? Я вам сейчас дам райскую жизнь. Ай, да что ты не вспомнишь молиться? Нечестно, когда вы их мочите каким-то мощным оружием. Это так. Оружие доступно для всех юзеров, оно не админское. Но мощное, согласен. Пацаны, убегайте. Ой-ой-ой. Я и пожертвую с собой, пацаны, наверное. Да, это что будет мощный взрыв тут. Убегайте. Бум. Со всех сторон взрывается. Нормально? О, да. Пацаны, разбегайтесь. Воу, красиво, да? Звука не слышу. О, слышу. Так, ну что, а теперь финальная волна. Давай, да.
Ой-ой-ой, все, ребята. У меня просто 20 FPS. Я представляю, сколько у вас FPS. Но я как и обещал. Не нам. Нормально, да, у тебя? Да. Так, какой-то... мгновенная смерть. Ну ничего, так бывает. Я беру пулемет, я выхожу на охоту. Че, кого-то хоть убью или нет? Нет, я даже их не убиваю. Давайте просто проверим, что будет. Да, мгновенная смерть. Просто мгновенная. А, я застрял в ком-то. Вот эту войну мы устроили. Ого, сколько их идет оттуда. Так, ребята, ну что, сейчас мы сделаем взрыв из 52 сиреноголовых. Погнали! Побольше, побольше бомб. Это, кстати, не ядерные бомбы, это обычно. Ядерные бомбы их почему-то не берут. Да, это сейчас будет эпик. Ребята, погнали. 3, 2, 1. Ой-ой-ой, у меня аж полет слетел. Ух ты. Ой-ой-ой. Аж стекла посыпались. Только откуда здесь стекла? Так, давайте проверим, мы всех замочили или нет. Ой-ой-ой, сколько дыма. Нет, не всех. Добиваем. В воздухе жахнуло. Ого, аж карта почернела вся. Эпические кадры, ребята, только для вас. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Итак, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!